Друзья, всем привет! Мне все чаще стали задавать вопросы, каким видеоредактором я пользуюсь, какие параметры, почему видео высокого, хорошего такого качества выходит. И этим я сейчас всем поделюсь, расскажу. Пользуюсь я Sony Vegas Pro 16. Можете ее скачать с официального сайта, можете и крякнутую найти, включим сразу и с русским языком. Итак, снимаю я на камеры Sony IS-300, это экшн камера, а также на Alpha 63 2.0 и DJI Mavic Pro 1. Все файлы у меня от Full HD до 4K, они здесь разные. И я взял вот такую серединку золотую. Мы заходим вот, допустим, в свойства видео проекта. Видите вот эти параметры 1920 на 1080. Можете их себе скопировать, на паузу сейчас нажать и сохранить шаблон. И нажать ОК, то есть применится ко всему. С этими параметрами я изначально собираю кусочки, но когда уже приступаю к самому монтажу, допустим, с эффектами, с цветокоррекцией и там всем остальным, что можно, я меняю проект на 2К. Ширина 2560, высота 1440, 8 бит. Здесь я наилучшее в конце ставлю и Disable. Применить, ОК. Все. Можете также сохранить этот шаблон. Это уже в конце, когда видео почти готово, и вы собираетесь какие-то уже изменения сделать. То есть пока собираете все по отрывкам, чтобы знать, какие файлы использовать, то можете и со стандартным пользоваться. Далее. Когда у нас видео готово, ставлю на рендер, и вот с этими параметрами происходит. Мы видим, что кодек у нас MP4. Вот именно вот этот. Здесь просто можете выбрать любой, какой более вам нравится, и потом уже настроить. Ну, допустим, берете интернет 4К и выставляете уже параметры. Выставляете параметры, как у меня вот эти. Редактируйте сам файл проекта для рендера. Это в 2К. Если вы снимаете Full HD, то можно перевести в 2К. Сейчас объясню, для чего это делается. Итак, ширина у нас 2560, высота 1440. Все вот эти параметры записываем. Обязательно сохраняем проект. Аудио 48 и 192. Битрейт я взял в серединку, потому что у меня камера, допустим, снимает 90 миллионов, а другая камера там 60. И такую серединку взял. Нормально. Все сохранили, поставили на рендер. Видео готово. Для чего вообще эти параметры? Почему с Full HD на 2К перекидываем? Когда смотрел разные видео и рекомендации, можно сказать, и один парень говорит, нашел, что на американских форумах совет. Смотрите, как действует вообще YouTube. YouTube, когда вы загружаете туда, перекодирует, то есть сжимает ваше видео, и качество теряется, соответственно. Почему вы сейчас как раз находитесь здесь, смотрите это видео. У тех, у кого канал не большой, то есть небольшое количество подписчиков начинающий, то кодек вот такой будет. И чтобы качество было лучше при сжатии, то делаем в 2К. Да, в принципе, в любой варианте, если у вас видео Full HD, рендерим в 2К. Здесь Full HD, в принципе, качество все отлично выглядит, но все равно заметно не так. Позже я уже узнал, что у тех, у кого более продвинутый канал, допустим, у меня здесь 13 тысяч подписчиков, и кодек уже другой конвертируется. Я стал 2К делать по рекомендации того парнишки, жаль, не помню, как называется его канал. И качество вообще классное, то есть не теряется. Если вы смотрите Full HD, это почти то же самое качество, что у меня на компьютере выглядит. Единственное, все-таки в моменте, где брызги какие-то или много мелочей таких, то на YouTube все-таки видны какие-то квадратики. А по факту, допустим, на компьютере этого нету. То есть вот такой совет по Sony Vegas, так что можете пользоваться, рендерить именно в 2К, если видео у вас на Full HD, и заливать. Соответственно, после сжатия у вас будет отличное качество на YouTube. Чтобы посмотреть, допустим, статистику, то правая кнопка мыши на видео, статистика для сисадминов. Тут мы видим параметры. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если остались какие-то вопросы по настройкам, по параметрам и по Vegas, то спрашивайте, обязательно подскажу. И всем пока, до новых выпусков.